Доброе утро! На телеканале Видное ТВ очередной выпуск утренней зарядки. Я Леонид Щукин. И сегодня зарядиться хорошим настроением нам поможет инструктор фитнес-центра Pride Светлана. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Светлана, какой вид зарядки мы будем использовать сегодня? Сегодня нас ждет функциональная зарядка. В чем особенность функциональной зарядки? Функциональная зарядка – это комплекс упражнений, нацеленных на поддержание в тонусе тех групп мышц, которые используются в повседневной жизни. Отличительной особенностью является выполнение упражнений без паузы, и одна вариация переходит в другую. Отлично. Ну что ж, тогда мы начинаем? Конечно. Просыпайтесь вместе с нами. Утро. Сегодня мы сделаем комплекс функциональной зарядки. И вдох, выдох. Побежали. Дышим, как вам удобно. Можно добавить вдохи-выдохи. Добавляем лучезапястные суставы. Другую сторону, локти, плечи, вперед, 2, 3, 4, вдох, выдох, хорошо. Следующее упражнение – бёрпи, упрощенный бёрпи без прыжков и отжиманий. И поехали. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Хорошо. Вдох. Выдох. Следующее упражнение. Прыжок. На одной ноге с выпадом. И два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вдох. И другая нога. И раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. Вдох, выдох. Следующее упражнение – приседы. И раз, захлёст. Два. Хорошо. Вдох. Выдох. Планка. Планка с бегом. Альпинист. И поехали. Как дела? Отлично. Прыжок. Молодцы. И качаем пресс. Прорабатываем мышцы пресса таким образом. Вдох. Ноги согнуты. Два. Три. Четыре. Пять. Ноги можно сгибать, оставлять в коленях. Можно выпрямлять. Семь. Восемь. Хорошо. Глубокий вдох. Выдох. Следующее упражнение. Плывем. Рука. Правая рука, левая нога поднимается. Шею ни в коем случае не заламываем. Поехали. Раз. Три. Пять.
6. Хорошо, молодцы. И заканчиваем тренировку. Тянем спину. Поза ребенка на пяточки. Хорошо?